Специалистов одного из районных отделов образования подозревают в хищении ноутбуков, предназначенных для детей из малообеспеченных семей. В антикоррупционной службе начали досудебное расследование. Как известно, компьютерная техника закупалась за счет резерва правительства Республики Казахстан на неотложные затраты. Ущерб государству составил более 12 миллионов тенге. Окончательное решение по делу примут по результатам проведения следственных действий.